Всем привет, это Prezarium.ru, и сейчас мы наконец разыграем долгожданный приз iPhone 4s от сайта Prezarium.ru. Заранее хотел бы извиниться за задержки, которые были, во-первых, с тем, что мы переносили акцию один раз, а во-вторых, потому что два дня не определили победителя. Я поясню, с чем это связано. Связано с тем, что у некоторых, ну даже у большого числа пользователей удалились записи со стены. С записью о том, что они участвуют в акции iPhone 4s, и мы пытались решить вопросы с поддержкой контакта. Поддержку контакта очень тормозная, и так нам помочь не смогла, поэтому мы решили не ждать и записать так. И важный момент, мы не будем проверять наличие записи на стене об участии в акции. Ну что ж, приступаем. Кстати, у меня сегодня день рождения, у Андрея Глинского. Кто хочет, может меня поздравить, мне будет приятно. Итак, список участников. Значит, в акции участвовало 20 786 человек. Они расположились на 260 страницах. Идем на сайт random.org. Честный сайт, с нами никак не связан. С первой по 260 вводим в списке. Generate, получаем номер 157. Значит, на странице 157 где-то наш победитель. Здесь участники с номерами... Так, 12481, 12560, 12481, 12560, generate, 12560, ну так и бывает. Итак, 12560, сразу вот, видно, Татьяна Антонова. Смотрим, Татьяна, подойдете ли вы, так, из города Пермь. Запись на стене, но ее нет, но мы ее, в общем, не проверяем. Хотя вот Beats она участвует. Друзей хватает, фотографии. Так, вот альбомы, которые у нее есть, смотрим. Ну, непонятно, она это или нет, сейчас посмотрим здесь. Вот свадьба какая-то. Вообще, сейчас посмотрим, она нет. Ну да, похоже, что это Татьяна. Сейчас, ну, глянем еще... какие-то фотографии. Да нет, ну все понятно, человек 100% реальный, это мы уже придираемся. Много бывает этих фейковых аккаунтов, но это похоже на реальный. А, потому что он заходил 5 минут назад, поэтому, ну, вряд ли. Ну что ж, таким образом, еще проверяем, вступила ли Татьяна в... ну вот, собственно, все. Она подписана на страницу Prezarium, поэтому Татьяна, мы вас поздравляем, и iPhone 4s уходит в Пермь. Кстати, Татьяна, вы сможете выбрать приз, точнее не приз, а цвет приза, черный или белый iPhone. Белый немножко дороже, поэтому лучше выберите черный, но в целом как хотите. Узнать о том, как получить приз, вы можете у нашего менеджера Виктора Бабицкого, его контакты есть в нашей группе Prezarium. Вот, на всякий случай покажу, как его найти. Вот он, помощь по общим вопросам, Виктор Бабицкий. Ему пишите, он напишет вам, как получить свой приз. Всем остальным удачи, подписывайтесь на новые акции, участвуйте, выигрывайте, ну и так далее. Всем счастливо!